Привет, друзья! С вами Виктор Карасев, а значит, вы опять на канале «Уютный подвальчик». И это или первое, или второе видео 2016 года. Я, если честно, просто пока не знаю, какое из них я выложу раньше. Но сегодня я хочу с вами поделиться радостью от того, что ко мне приехало 13,5 килограмм видеоигр. Если вы не видели ролик позапрошлого года, я оставлю на него ссылочку, в котором я, собственно, рассказываю, откуда все это берется. Если вкратце, в течение года я собираю посылки с eBay, Amazon и других контор, которые не присылают в Россию, у своего посредника в Штатах, и потом в конце года такую коробочку он мне отправляет. В прошлом году, к сожалению, этого сделать мне не удалось в силу финансовых обстоятельств. А в этом году очень хорошо, что большая часть этой коробки собралась до скачка доллара, потому что если бы он скакнул в начале года, вполне возможно, что этого видео бы тоже не было, но ура! Оно есть! И без лишних слов я предлагаю начать открывать. Так. Блин, крутая в Штатах пупырка. Такая толстенная. Так, и начнем. А вот первое, что мне попалось. Так, вот это можно убрать. Это я сюда поставил, чтобы отцентровать камеру. Итак, начнем вот с такой штуки. Это замечательный квест Last Express. Должен был быть запечатанным, а может быть и не должен. Я, если честно, уже вот прям точно не помню. Причем Last Express у меня должен быть в посылке в двух видах. Я нашел очень дешево коробку, по-моему, просто с игрой, ну, в общем, не полную. И отдельно мануал, все вместе обошлось, по-моему, долларов в 10, если я не ошибаюсь. Так, дальше. Вот, и тут первая же коробочка, которую я вам сейчас покажу, конечно. Но о ней будет у нас отдельное видео, поэтому больше не скажу ни слова. Теперь мне в руки попался Микеланджело. По-моему, вот таких комиксовых версий черепашек, фигурок у нас не было. На Амазоне я себе такого приобрел. У меня есть все 4 из основной серии, которая продавалась у нас во всех детских мирах. Но вот своего любимого персонажа решил взять еще вот в таком виде. Даже очень хочется его распечатать, но я пока еще над этим думаю. Так, дальше. Дальше у нас идут формочки для льда, но вот я вам сейчас, считайте, спойлер сделал. Вы, я думаю, увидите, какого вида формочки. Тоже ничего не скажу, тоже отдельное будет видео. Так, дальше. Дальше у нас идет Blu-ray второй части Mortal Kombat фильма. Там где-то должен быть еще один. Я знаю, что многие любят первую часть, и что многие терпеть не могут вторую. Мне одинаково нравится и первая, и вторая. Мне кажется, они обе очень здоровски, и поэтому поставить на полку и ту, и другую, опять же, тем более, что стоили они, по-моему, долларов по 7, мне показалось просто необходимостью. Так, а дальше у нас тут еще такая коробочка. Ну, поскольку большая посылка собирается из кучи маленьких, что-то остается в таком запечатанном виде. О, а здесь идет мечта моего детства. Это мой первый геймбой, который осядет у меня в шкафу и в который я поиграю. Геймбоев у меня никогда не было. Геймбой Color я всегда хотел. Внутри второй Тони Хок голенький. Даже не знаю, геймбой, наверное, назад положу. И два
картриджа таких Kirby Dream Land и Metroid 2. Да, они в самопальных коробках, но внутри оригинальная инструкция, настоящий картридж, то есть коробки шли таким бонусом. Покупать полнокомплектный, тоже стоять не хотят, тоже пойдут назад. Покупать полнокомплектный, ну вот Metroid вообще даже без инструкции, сейчас очень дорого. Я покупал и ту, и другую игру, чтобы в первую очередь поиграть, поэтому мне будет достаточно такого вида. И еще одна штука, Pokemon Pinball, тоже очень хотел посмотреть, тем более, что люблю всякие тематические пинболы. Что ж такое сегодня? Ничто не хочет оставаться в кадре. Очень люблю тематические пинболы. Один из лучших был Metroid Prime Pinball на Nintendo DS. И вот я решил еще оценить покемоновский как раз на своем новеньком геймбое. Да, и этот пакетик напомнил мне, что на моей полке осядет не только первая и вторая часть фильма Mortal Kombat, но и сериал Mortal Kombat Legacy. Вот я, если не ошибаюсь, по-моему, его показывали у нас, ну, по крайней мере, какую-то его часть. Очень такие смутные воспоминания. В общем, взял больше для того, чтобы посмотреть. Опять же, стоил он долларов 6, по 30 рублей, когда доллар еще был, то есть 200 рублей. Мне показалось достаточно хорошей суммой за то, чтобы посмотреть это, не выкачивая, не запариваясь, а просто вставив PlayStation. Тем более, как раз PlayStation 4 я себе купил американку, которая с удовольствием скушает все американские Blu-ray в этой коробке. Дальше. А, ну вот, собственно, то, о чем я говорил. В следующей коробке у нас, в следующем пакете, мануал и еще одна копия Last Express. Кстати говоря, если я правильно помню, игра, сама игра, она есть и здесь, и здесь. То есть вот вторую копию я покупал только для того, чтобы купить мануал. И я думаю, что если среди вас есть желающие положить себе на полку лицензионный Last Express, ну вот такой голый, я с удовольствием вам его отдам. Давайте, наверное, как обычно, с репостами этого видео. Ну и чтобы это был не просто такой вот галыш, я сегодня скажу, почему я так спокойно из этой коробки готов отдать еще что-то чуть-чуть попозже. В общем, ребят, делайте репосты этого видео, и, как всегда, рандомом мы недельки через две выберем счастливого обладателя Last Express и еще одной какой-нибудь игры, которую мы выберем чуть-чуть позже. Двигаемся дальше. Дальше у нас сложенная Big Box коробка от Blade Runner. Он полнокомплектный, но просто не запечатанный, поэтому посредник сложил, чтобы меньше места занимало. Собирать буду чуть позже. А сейчас ваше время не буду тратить. Так, а дальше, судя по всему, здесь у нас какие-то комиксы. Сейчас проверим. Я примерно помню, что там может быть. Потому что, когда собираешь в течение года посылку, некоторые вещи, найденные в этой коробке, могут стать неожиданностью даже для тебя самого, потому что за год ты уже мог забыть, что ты покупал. И поэтому принести двойную радость в момент их извлечения из посылки. Так, а здесь у нас, да, здесь у нас второй и третий номер сплита Охотников за привидениями с Черепашками-ниндзя. Я не купил, по-моему, только какой-то один из выпусков, потому что он был достаточно дорогой, но это я тоже исправлю в самое ближайшее время. Купить один недостающий из четырех намного проще, чем все четыре, если это не первый выпуск оригинальных черно-белых черепашек-ниндзя, конечно. Так, что у нас здесь дальше? Если вы помните, в ушедшем 2015 году была знаменательная дата, которой, наверное, всех задолбали в социальных сетях. В 2015 году был тот самый день, в который Марти Макфлай и Док Браун в «Назад в будущее 2»
перемещались в 2015 год. И по этому случаю газета USA Today выпустила в этот день номер с обложкой, полностью повторяющей обложку из фильма «Назад в будущее». Мне безумно захотелось купить эту газету. Должен сказать, что с момента публикации этой новости прошло буквально несколько часов, и eBay уже был завален такими газетами, в то время как купить на улице, насколько я знаю, их было уже достаточно сложно. И цены варьировались, при том, что USA Today стоит $2, здесь вот это видно. Цены варьировались уже от 10-15 до $500 США. Я купил, по-моему, ее долларов за 12. Ну, сейчас в этом видео показывать ее крупнее, мне кажется, лишним. Если хотите, ребята, пишите в комментариях, я без проблем сниму отдельный ролик, посвященный этой газете. Ох, а вот это вот уже, конечно, немножечко обидно. Вот это, пожалуй, единственный такой момент, когда отправка посылок в таком большом количестве для того, чтобы сэкономить, потому что я думаю, что все вы прекрасно понимаете, что отправить большую коробку весом в 13 килограмм намного дешевле, ну, для каждой составляющей внутри, чем отправлять все отдельными пакетами. Но, к сожалению, да, вот может случиться вот так, что, например, ваша «Ведьма из Блэр» в бигбоксе на PC будет вот в таком виде. Ну, ладно. Учитывая, что там еще куча всего, и это первый такой небольшой косячок, я думаю, что расстраиваться из-за этого не стоит. Тем более, что коробочку, в принципе, можно попробовать расправить, чем я обязательно займусь. А мы пока будем двигаться дальше. Так, что у нас тут есть еще? У нас вот здесь. А, это... Ну, я даже не буду распечатывать. Это Blade Runner. Диски Blade Runner. Не будем тратить на это время. Так, что здесь? А здесь у нас... Ха-ха-ха! Я думаю, что никому из вас не нужно рассказывать о том, кто такой Ларри Лафер. Но если вы вдруг не знаете или хотите узнать побольше, я думаю, что в ближайшее время, в 2016 году, я сделаю отдельный ролик, посвященный Ларри. Я себе в коллекцию купил порт первого Ларри для NES. Сам удивился, когда узнал, что такой был. Такой вот полноценной коробочки с мануалом. Такой вот достаточно тяжелый, должен сказать, картридж. Но на него мы тоже посмотрим с вами отдельно в рамках серии «В гости к старичкам» про Ларри. Поэтому долго останавливаться на этом не будем. А в следующей коробочке еще один, немного, может быть, странный для кого-то артефакт, я не побоюсь этого слова. Я думаю, что многие из вас знают замечательную игру, которая называется Retro City Rampage. Так вот, ребята из V-Blank Entertainment выпустили Retro City Rampage для 486-х компьютеров на дискетах. И когда я увидел эту штуку своими заведущими глазами, я понял, что мне просто необходимо иметь ее у себя на полке, тем более, что она продается официально от разработчиков, была издана не очень большим тиражом, и я приобрел себе силдовую запечатанную копию. Дальше у нас запечатанный бигбокс, тоже достаточно интересный, но, мне кажется, малоизвестный кому-то у нас в России игры Realms of the Haunting. Это такая смесь 3D-экшена и хоррора. Ну, тоже я думаю, что если вы знаете, что это за игра, то вы все поймете и так.
без слов, а если нет, то я потрачу сейчас очень много времени на то, чтобы объяснить, что это и как. В общем, это достаточно здоровская игрушка, и если вы вдруг ее не видели, я прям очень советую вам ознакомиться хотя бы на Ютубе с ней. Так, немножко освободим место, чтобы можно было... более свободно доставать следующие новогодние подарки из этой огромной посылки. Так, дальше. Дальше идет еще один Ларри, за которым я очень давно гонялся. Не то, чтобы за ним нужно было гоняться, за ним нужно было гоняться... чтобы приобрести его по приемлемой цене, потому что средняя цена запечатанного бигбокса с VGA версии Ларри стоит около $700. И даже по курсу 30 рублей за доллар я не настолько сильно его хотел. Мне он достался распечатанным, когда я искал, редко появлялся на eBay распечатанный, я его купил долларов за 60 или за 70, не буду сейчас врать, точно не помню, но что-то в этих пределах. Это мне показалось приемлемой ценой. Так, я сразу тут вижу еще одного Ларри и еще одного Ларри. Это Ларри 6. Тоже в бигбоксе. Точно в ближайшее время расскажу о первых Ларри, о всех разновидностях. И, может быть, со временем перейдем к следующим частям. Но пока я себе приобрел... коллекцию чисто на полочку. И чтобы завершить, я думаю, все-таки завершить эпопею с Ларри, еще я приобрел вот такую вот Leisure Suit Larry Collection. В нее входит первая, третья, пятая, шестая и Looking for Love. Ну, в общем, такая коллекция. Можно даже вот так вот ее показать. Тоже стоило совсем недорого, по-моему, долларов 15 для такой кучи классических игр. Это очень здорово. Так, что у нас тут дальше? А дальше у нас презент от моего американского товарища. Это первая PlayStation. Вот как раз то, о чем я говорил. Мне подарили... к новому 2016 году первую Соньку. Спасибо огромное. Это очень здорово, очень приятно. Я как раз недавно... ну как недавно, уже, наверное, почти год назад. Все кажется недавним. В одном из роликов запускал Gran Turismo 2, по-моему, на PlayStation 2. Как раз таки говоря о том, что делаю я это, потому что у меня нету первой Соньки в коллекции. Теперь она у меня будет. И то, о чем я говорил... несколько минут назад, что к Last Express за репосты я готов буду презентовать что-то еще. Я вот даже уже вижу, что я презентую. Дело в том, что к этой первой Соньке мне еще подарили целую кучу игр для нее же. И вот я уже прям сходу вижу, мы сейчас переберем все, я прям сходу просто покажу то, что я готов подарить, ребят, вам за репост этого ролика вместе с Last Express'ом. Это первый Fear Effect. Готов я подарить его вам, потому что у меня он просто уже есть. И второй мне, ну, откровенно честно, незачем. Поэтому дерзайте, репостайте, и через пару недель одному из счастливчиков достанется Fear Effect и Last Express. Что еще здесь есть у нас? Здесь у нас еще есть Радуга 6. Здоровская, кстати, игра. Spec Ops. Естественно, все лицензия. Все из Америки. Greatest Hits. Первый Doom. Некий Aces of the Air. Я такую игру, если честно, даже не знаю. Третий Tomb Raider. Здорово. По-моему, третий я еще не успел себе купить. Contra Legacy of War. Очень здорово. Вот это я прям... хотел. Это прям классно. Star Wars Rebel Assault 2. На PC ее в свое время проходили.
первая какая-то тухлая, а вторая прям очень прикольная. Еще Tomb Raider 1. Tomb Raider Last Revelation. Блин, сколько игр на первую Соньку. Второй Quake. Очень здорово. Death Trap Dungeon. Thunder Strike. Driver. И Duke Nukem Time to Kill. Вот такой презент мне сделали на Новый год. Спасибо огромное, это очень здорово. Я прям безумно счастлив. Так, ну и тут осталось всего ничего. Два картриджа на NES. Так, наверное, стоит еще раз немножечко освободить место тут. Это Gauntlet 2. Обожаю эту игру. И Werewolf The Last Warrior. Тоже в свое время играли на Денди с одноклассником в нее. И очень захотелось поиграть еще раз, только так, как это должно было играться. Так. И похоже, что вот это последний пакет. Я частично даже знаю, что там. А тут у нас комиксы о Silent Hill Downpour. Полный сет из 4 выпусков. И еще один номер, как раз таки первый, Черепашки-ниндзя против охотников за привидениями. Или вместе с ними. Не знаю, не читал еще, не могу сказать, против или вместе. В любом случае, мне кажется, достаточно интересная идея для сплита. Я такие штуки очень люблю. Дальше. Deadpool Kills Marvel Universe. На тот момент, когда я заказывал этот комикс, у нас еще не выпустили его. А сейчас выпустили уже и этот, и продолжение Deadpool Kill Illustrated, который я купил уже на русском и успел его прочитать. А этот еще не успел, хотя он как бы первый по сути. Но я не думаю, что это сильно расстроит меня, когда я буду с ним ознакомливаться. И здесь еще 4 ТПБшки по Черепашкам-ниндзя, которые выпускались у нас в России фирмой Махаон. Я захотел взять их еще на английском. Ну, не с синглами, а так вот в сборочке. Вот такой хардкавер Спайдермена. И последний на сегодня конверт, в котором 4 книжки, некоторые из которых, сейчас одну секунду, такая записочка: спасибо за приобретение. Мы нашли еще одну книжку после того, как уже разместили объявление. И да, здорово, я покупал 3 книжки, а они прислали мне 4, спасибо. А, это книжки тоже по Черепашкам-ниндзя. У нас такие тоже выпускались, я не знаю, все или нет, но я приобрел 4. Вот такая у меня была на русском, Донателло и Магический Кристалл. Теперь я не знаю, смогу ли я ее найти у себя в оригинале, но зато на английском перечитать смогу. Я вот прям когда еще искал, видел в PDF, что они точно такие же, за тем лишь исключением, что здесь они на английском, что не должно стать ни на секунду преградой. Ну что ж, а это все. Ставьте большие пальцы вверх, если было интересно. Не забывайте репостить видео, если хотите заполучить себе в коллекцию Fear Effect и Last Express. С вами был Виктор Карасев. И до скорых встреч, удачи!